перспективы сотрудничества Республики Татарстан и штата Нью-Йорка обсудили в зале попечительского совета КФУ. Встреча состоялась 18 сентября. В этот раз более конкретные приняты принципиальные решения о том, чтобы создать рабочие группы для развития отношений по ряду направлений, ну, представляющих взаимный интерес. Это связано с проблемой подключения малого бизнеса в первую очередь в разных отраслях. Потом сфера образования, обмен студентами. Здесь взаимный, так сказать, интерес обнаружился. К слову, ничто не мешает развивать сотрудничество на уровне субъектов. В целом, на федеральном уровне обе стороны заинтересованы в создании позитива на разных уровнях, в том числе на межрегиональном. Веста Земскова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.